Ребята, всем привет! В один из дней, а если быть конкретнее, 11.11 во Всемирный день торговли, на одном из китайских магазинов я сделал несколько заказов. Заказы сделал небольшие, там только одна, так сказать, вещь, которую я давно хотел, я вам сейчас ее покажу. Ну и на данном этапе пришло 3 посылки. На самом деле вещицы очень дешевые, то есть там вообще очень-очень даже дешево все было. Те суммы, которые в принципе, наверное, и не жалко. Ну и вот посылки потихоньку приходят. И посмотрим, что у нас с вами в первой посылочке. Открываем. Открываем ее. И в первой посылке я вижу часы. Да, ребят, я заказывал простецкие часы. Одни вот у меня уже на руке. Как вы видите, они у меня уже почти год. Вот такого формата. В принципе, простые, но свою функцию выполняют нормально и гарантированно. В лесу в них ходил, все было четко, все было хорошо. И главное, время показывают, ну, достаточно правильно. То есть их настроив, месяца 3-4 я хожу, в принципе, не убегает ничего, в этом отношении все хорошо. Ну и вот вы видели, я сейчас открыл пакетик, там часы. Упаковка, сложно сказать, что хорошая. То есть вы видели, в пакетике оно лежало вот так, и этим местом, если ударялось обо что-то, возможно, были какие-то проблемы. Но за эту сумму я претензий, как вы понимаете, не имею совершенно. Ну, вот здесь вот экранчик часов закрывал такой поролончик, так его назовем, пенопласт ли это. Вот так вот оно было. И я уже отсюда вижу, что, в принципе, ничто не нарушено. Что радует, что часы были не просто в транспортной упаковке. Так, куда я ее положил? То есть, не просто были завернуты в такую вот штуковину, а они еще в отдельном пакетике, предохраняющем от влаги. Ну и вот так выглядит сей девайс. Экран, я вот сейчас смотрю, вроде бы не поцарапан. Стеклышко само. При ближайшем рассмотрении, ну, каких-то явных дефектов я не вижу. Вот. И осталось часы завести. Вот я эту штуковину подкручиваю. А вот, кстати, они уже пошли. Вот видите, стрелочка секундная идет. Здесь у нас фосфор, я так понимаю. Сейчас подсветим. Подсветим. Ну-ка. Вроде бы слабенько, но светится. Но на самом деле это не критично, потому что в ночное время суток, в наши дни, ну да, немножко подсвечивает. В ночное время суток есть и другие средства, на которых можно посмотреть время. Но эти часики чисто так просто были заказаны. Понравился внешний вид. Здесь вот этот корпус, я не пойму, то ли это пластик, то ли это металл. Все-таки, по-моему, металл. Да, металлический. Корпус металлический, ну и ремешок на мою руку. Мы сейчас это тоже проверим сразу. Ремешка хватает, я сейчас не застегиваю, но вот видно. На первое, второе, даже третье деление, вот отсюда, в принципе, достаточно попадает. Часики смотрятся, на мой такой взгляд, неискушенный, в принципе, нормально. Нормально. И продавцу за данный девайс я поставлю, пожалуй, все плюсы. Посылка шла примерно 3 недели, что, на мой взгляд, опять же, хорошо. Как они будут носиться, я имею в виду, как долго они прослужат, судить сложно, потому что бывают такие моменты, что часы внешне смотрятся хорошо, но механизм у них одноразовый, то есть резкая встряска, там какой-то удар, там все летит, и восстановлению они не подлежат. Но думать о плохом я не буду. Постараюсь
данные часики поносить, ну и посмотрим, как они будут выполнять свою функцию. Ну, ребят, на этом все. Вам удачи и всего самого хорошего. Пока!